Дорогие друзья, добро пожаловать на зону. Вы знаете, решил я вам показать еще рецептик одного своего любимого сала. Я как-то показывал сало, но даже спросил вас, ребятки, а какое сало самое лучшее, из какой страны? Мне называли все страны мира, которые существуют. Вот. Слава богу, что никто не подрался, поскольку в комментариях подраться нельзя. Но я вам скажу, что в Китае неплохое сало. Китай, кстати, никто не назвал. Вот единственную страну не назвали — Китай. Я вам расскажу сейчас, как делать сало по-китайски. Хотя это сало очень хорошо заходит в мою русскую душу. Вы знаете, сало солится сколько? Ну, там несколько дней, может быть, там до недели. А это сало готовится пару часов. Его уже можно есть после того, как оно остынет, потому что это сало готовится через тепловую обработку. Ну что там, разговоры разговаривать? Давайте будем работать лучше. Сковородка. Я сейчас включу плиту на максимум, друзья. Потому что сейчас в сковородке я буду карамелизовать сахар. Вот первая операция забавная, верно? Карамелизация сахара. Смотрите. Вот 2 столовые ложки сахара. И сейчас я его карамелизну. Могу сюда плеснуть капельку воды. Вот так. И сейчас пойдет карамелизация. Пока карамелизация идет, я поработаю с салом. Но когда я говорю сало, то в этой концепции надо брать бочок. Видите, вот такое слоеное боковое сало. Это же, значит, бочок, беконная часть. Ну, она шикарно работает. С кожей. Хорошо бы с кожей. Ну, всякое сало вообще вкусно с кожей есть, верно? Вот смотрите-ка, у меня вот так. Ну и, наверное, я возьму сейчас 3-й кусочек. Вот так. А этот мне нужен будет для другого блюда, для шкварочек. Вот смотрите-ка, идет. Сейчас уже сахар булькает. Ну, что такое карамелизация сахара? Это такое откровенное покоричневение сахара, когда он будет коричневым. Я также держу возле себя, друзья мои, товарищи, лук зеленый. Я сейчас его вот так вот подготовлю. Он уже мытый. Я только с него вот так вот срежу вот эти вот бороды. Значит, вот у меня лук. Я, смотрите, как его вот такими длинными фрагментами. Лук. Я пока возьму, у меня вот здесь есть, смотрите-ка, вот у меня имбирь, вот у меня есть чеснок, вот у меня есть звездочка, ползвездочки бадьяна. Это не обязательно бадьян, не думайте, что это так уж важно. Есть, значит, я беру. Нет, значит, смотрите, как идет карамелизация. Да? Да, вот сейчас еще чуть-чуть буквально. Вот, запахло уже детством, да, каким-то ложечках, когда плавишь. Я теперь сдвигаю ненадолго. Смотрите, бросаю в сковородку вот так вот лук. Это будет некая луковая подушка. Бросаю весьма грубо нарезанный чеснок. Так, бросаю жгучий перчик. Ну, какой-нибудь у меня сухенький, можно свежий класть. Да, это такой достаточно злой перчик. Бадьян, повторяю, я кладу, но это не обязательно. Имбирь мытый, но не очищенный. Его очищать не надо. Смотрите, небольшое число пластиночек имбиря. Уже красиво смотрится, согласитесь, вот здесь, верно? Вот так. И сюда я сейчас поставлю, смотрите, прямо куски моего сала. Ну, это не мое сало. Я еще пока не готов, чтобы с меня срезали сало, потому что как-то еще хочется пожить. Вот, это сало свиньи. Теперь я ставлю это на нагрев. Ну вот, наливаю немного воды. Смотрите, это вода. Это сладкий чили, за ваше здоровье, рюмочка сладкого чили соуса. Везде продается в магазинах. Не пишите, что в вашей деревне его нету. Я приеду, я вас отведу в магазин и найду. Сладкий чили. Смотрите, соевый соус. Ну как, если я делаю сало по-китайски, может быть, без соевого соуса. Соевый соус. И
немножко уксуса. У меня рисовый, но если нет рисового, надо взять просто спиртовой уксус. Развести его водичкой, потому что рисовый имеет кислотность 4%, а спиртовой 9%. Вот это вот вещь. Я добавлю еще немножко воды. Сейчас вот это сало будет у меня булькать. Я нагрев несколько уменьшу. Оно у меня будет булькать. Под крышкой можно, чтобы оно булькало час. Нагрев несколько уменьшил, и вот оно будет булькать у меня час. Через час я его переверну кожей вниз, и сало будет булькать еще полчаса. А дальше вы все увидите потом. Ну вот, друзья, час прошел. Час прошел. Я переворачиваю на шкуру. Вот посмотрите, какой низ красивый. Область мяса. Сейчас область шкурки будет такая же. Вот. Ароматы здесь идут хорошие, конечно. Это зеленый лук, я потом его уберу. Пусть он вот так вот торчит здесь, не страшно. И теперь вот эти куски. Уже неплохо смотрится, верно? Еще 30-40 минут со стороны шкуры будут вот так же медленно, аппетитно булькать. Я могу чуточку воды подлить, но, как правило, видите, я один раз воды в течение часа подливал. Вы должны это понимать. Надо, чтобы уровень жидкости был там, не знаю, 3-4 сантиметра. 30-40 минут. Но это еще не будет конец. Все. Ну вот, друзья, смотрите. Вот как медленно пробулькало полчаса на коже. Теперь еще один этап приготовления. Не хотите делать так, как я сейчас буду делать дальше, расскажу вам, как этого избежать. Значит, я сейчас, пока куски бочка перекладываю в подсобную емкость. Оно уже нежное. Так, видите, у меня сейчас кипит, булькает пароварка. Но это мантышница, да? Вот, смотрите. Вот, что я уже поставил заранее. А теперь я сейчас беру вот такую керамическую емкость. Вот это все из сковородки. Сюда все ароматы. И теперь кожей вверх перекладываю свининку. Посмотрите, какая здесь красивая корочка. Оно прямо трясется у меня. Такое оно нежное. Вот, посмотрите. Вот эти вот мягенький зеленый лук я брошу рядышком в ароматный этот вот бульончик. И теперь я ставлю еще на 40 минут на пар всю конструкцию. Я переложил, потому что у меня сковородка в пароварку не поместится. Смотрите. Вот так. И накрываю крышкой. Это придаст еще дополнительную нежность и мягкость. Если вы так не хотите, если у вас нет пароварки, если вы не хотите возиться, надо еще поварить свинину. Смотрите, я делал час кожей вверх, полчаса кожей вниз. Не хотите на пар? Добавьте еще по полчаса. Полчаса опять переверните кожей вниз, кожей вверх, а потом еще полчасика опять кожей вниз. Добавляйте время от времени в сковородку жидкость, чтобы она не испарялась. Это не обязательно, но я следую вот такой вот технологии, потому что она мне нравится, друзья. И потом, когда сало будет уже готово, я его остужу на воздухе и поставлю в холодильник без жидкости уже, чтобы оно зафиксировалось и выстоялось. И холодненьким буду его потом нарезать. Вот это мы с вами увидим впоследствии. Все. Ну вот, друзья, сало уже поставил в холодильнике несколько часов. Оно уже определенно остыло. Я его достаю себе спокойненько. Я его переложил для охлаждения вот в такую уже, видите, мисочку. Вот оно. Сало. Ну, я сейчас возьму вот такой кусочек. Смаченный кусочек. И вот так вот буду его нарезать. А, посмотрите на этот цвет. Это не цвет, это какое-то счастье. Посмотрите на это. Вот это сальце. Вот это сальце. У меня уже начинается синдром сала. Шкурка нежнейшая здесь. Я шкурку, конечно, очень люблю.
Я не знаю людей, допустим, ну, тех людей, которые, люди, которые любят сало, они все автоматически любят шкурку, конечно. И сейчас еще пару кусочков. А один я просто на ваших глазах сейчас съем, и даже мне не будет стыдно перед вами, друзья, за то, что я на ваших глазах съем. И здесь, понимаете, что? Ощущения жирности нету, вот это очень важно. Потому что кто-то не ест сало, потому что он думает, что это какая, знаете, сплошной жир. Да нет, конечно, особенно вот в этом варианте. Здесь нивелируется ощущение жирности благодаря всем компонентам и длительной тепловой обработке. Без хлеба. Как будто я ем зефир, понимаете? Я вас умоляю, сделайте это. Говорил бы я на китайском, я бы сейчас вам на китайском это сказал. Но я по-китайски знаю, знаете, только слово «очень вкусно». Оно звучит так. «Хэнхаочи». «Хэнхаочи». «Очень вкусно». Так что я хочу, чтобы вам было всегда, друзья мои, очень вкусно. А поэтому смотрите канал, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылкой на этот канал. И будет вам тогда счастье. Ваш повар Лазерсон, любитель сала. Пока.